Добрый вечер, спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня речь пойдет о пленке солнцезащитной на окнах. Мы вот эту квартиру по воле судьбы снимаем у хороших знакомых. Переехали мы смотреть внуков к своим детям. Вот, ну, это временное явление, пока подрастут наши внуки. И мы снимаем квартиру, ну очень ухоженная квартира, чистенькая, после ремонта. Нас это устраивает, эта квартира. Но вот на окнах, конечно, вот эта вот пленка удручает. Смотрите, пока еще не потемнело, какая красота на улице, выпал снежок беленький. И, конечно же, хочется в окно смотреть такую красоту, но не фольгу, вот эту вот темноту. Поэтому я решила ее снять, эту фольгу, и повесить обычные шторочки. Очень затруднительно, я вам скажу. Очень тяжело снять солнцезащитную пленку. На стекле остается металлический налет, остается клей. Его не растереть ни мыло, ни моющие средства никакие. Вот, буквально, вот смотрите. Пока не потемнело, вот смотрите окно. Вот оно. Я его половину отмыла. Видно. Потемнеет немножко, я потом вам еще покажу, как на темном месте хорошо видно, что стекло отмывается. Берем обычную пасту. У нас вот Colgate. Берем и наносим на поверхность. Беру, наношу. Вот так. Частями берем и потом вот так вот размазываем по стеклу. Вот так вот. Оно не страшно, запах зубной пасты, как вы видите. Вот, нанесли кусочек вот такой вот и даем высохнуть. Потемнело, оно вот хорошо видно, здесь зубная паста. И вот берем обычное лезвие, есть у кого скребок, и начинаем соскребать. Смотрите, как хорошо и очень даже удобно соскребается с первого раза. Вместе с пастой и сходит вот эта вот пленочка. Понемножку, понемножку, вот она. Даже второго раза не нужно наносить эту пасту. И весь клей этот, как видите, вот. Если у кого есть скребочек, скребочком может даже еще и лучше. Не надо никакой химии. Паста очень хорошо соскребает, и запах идет вот так вот. Мы сейчас все очистим, это окно. Наносим опять такую полосочку и опять таким же разравниваем. Вот. И дальше так по чуть-чуть, понемножечку разровняли, дали высохнуть, и дальше кусочек. Так мы до верха дойдем потихонечку. И окно отмывается. Вот оно уже осталось здесь немножко. Видите, половинка окна готова. Вот она чистенькая. Задаю сама себе вопрос. Что же содержит зубная паста, что так чистит не только зубы хорошо до отбеливания, но и оттирает окна? Прекрасно справилась зубная паста с этой задачей. Одну половиночку вымыла. И теперь приступим ко второй. Видите, это золотисто вся слезла, а клей вот этот так и остался. И ничего абсолютно не берет. Никакие ни саниты, ни саноксы. Только вот зубная паста. Ну, приступаем. Зубная паста, как видите, сделала свои чудеса. Вот вымыты два окна. Чистенькие стали. Клея налета нет. Осталось нам сделать ременные жалюзи, но это в следующем видео. Я покажу, как я из обоев сделаю ременные жалюзи, пока не сделаем мы здесь карнизы, не вызовем мастера и не повесим тюль. До следующего видео я покажу, как я делаю жалюзи из простых обоев.